Привет, Самара ГИС. Я хочу прочитать вам стихотворение самарского поэта Михаила Онищенко, которое называется «Элегия». Надрывается ветер заблудший, колобродит всю ночь в камыше, и чем хуже погода, тем лучше почему-то теперь на душе. Ничего, я с дороги не сбился и совсем не знаком с ворожбой. Я в счастливой рубахе родился и снимал ее только с тобой. А теперь возле дома слепого я хожу словно вор без огня. Хорошо, что ты любишь другого, как когда-то любила меня. Хорошо, что без боли и страху ты мне машешь рукой на ходу, что мою голубую рубаху носит пугало в вашем саду.